Это кадры нового документального фильма «История из первых уст» о том, как на самом деле обстоят дела в зоне проведения специальной военной операции. Без лжи и прикрас. Жизнь на линии фронта, как она есть. Вот уже полтора года Артур Каримов живет на два дома. Первый в Химках, второй в зоне СВО, рядом с теми, кто защищает границы государства. Это наша общая задача – сохранять и защищать целостность нашего Отечества. Вместе со своей командой единомышленников депутат регулярно отвозит гуманитарную помощь в места боевых действий. Продукты, лекарства, одежду и другие предметы первой необходимости. Были в Кременной, в Бежной, в Лисичанске. И мне очень приятно, что, как говорится, с корабля на бал, вот так вот мы сейчас приехали. И очень много моих единомышленников, очень много членов моей команды. Каждая поездка сопровождается съемками. Поначалу, говорит Артур Каримов, снимал для себя. Позже решил, люди должны знать о том, что происходит на границах страны. Память должна быть вечной, особенно память поколения. Она должна передаваться из поколения в поколение. Презентация четвертого документального фильма состоялась во Дворце культуры «Родина». Показ фильма приурочили к памятной дате битвы за Москву. Нина Липанова, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.